Число разводов в крае выросло почти на 20%. Такой неутешительной статистикой поделились в Красноярск-Стати. Речь о периоде за январь-ноябрь прошлого года. Тогда на 1000 браков пришлось 737 разводов. Выходит, что 70% союзов в крае распадается. Есть и хорошие новости. Так, в 2021 году жители региона стали чаще жениться и выходить замуж. По сравнению с прошлым, почти на четверть. За 11 месяцев свои отношения официально узаконили 18 тысяч пар. Добавлю, что в соседней Тыве число разводов выросло еще серьезнее, более чем на 70%.